Безупречная улыбка, огромные белые ангары и гигантские буквы – все это незаменимые атрибуты одного из самых известных мест в мире. Речь про Голливуд. Кстати, одним из его основателей был уроженец Российской империи. По правде говоря, актеров с российскими корнями там достаточно. Например, Ди Каприо или Стивен Сигал. Надеюсь, на местную погоду они не жалуются. А о том, что ждет за окном жителей Бурятии в четверг, 20 июля, расскажу вам я, Екатерина Быкова. Здравствуйте. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем плюс 20, ночью плюс 7. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В южных районах солнечно. Днем небольшое потепление до плюс 25, ночью по-прежнему плюс 10. Скорость ветра 4 метра в секунду. В Улан-Удэ малооблачно. Днем плюс 26, ночью плюс 11. Порывы ветра до 5 метров в секунду. С вами была Екатерина Быкова. До скорых встреч! We'll be right back.